кто виноват, какие меры приняты и где гарантии, что это не повторится снова. О недобросовестных подрядчиках говорили сегодня в правительстве Магаданской области. В РИУ губернатора Сергей Носов провел заседание комиссии по противодействию коррупции. В качестве примера вспомнили ситуацию с радиологическим корпусом онкодиспансера. 800 миллионов рублей уже затрачено на ввод учреждения в эксплуатацию. Но оборудование простаивает, а подрядчик отказывается выполнять условия контракта. Многие иногородние подрядчики, они не понимают специфики нашего региона, не понимают логистики региона, да, элементарных вещей, что для того, чтобы довести сюда материалы строительные и исполнять этот контракт, необходимо, ну, нет железной дороги, да, мы за 7 дней не можем календарных сюда все доставить. То есть непонимание вот этой специфики зачастую вот и приводит к срыву. Сергей Носов предложил специалистам Федеральной антимонопольной службы занести подрядчика в список недобросовестных. Также одним из итогов заседания стало поручение провести анализ заключаемых в регионе госконтрактов. Срок – 2 недели.